Пункты весового контроля вот уже почти полтора года стоят на страже наших дорог. Но водители, которые сверх положенной нормы загружают свои фуры и поэтому, говоря по-простому, разбивают такой тяжестью дорожное полотно, накладывают жесткие штрафы. За прошлый год было вынесено более 4000 постановлений на сумму 1 миллиард рублей. За превышение допустимой массы до 10% штраф 150 тысяч, если перегруз больше до 500 000. Если у тебя нормальный груз, ты едешь смело. Когда грузит по 40-50 тонн и тащится по дороге, и ломает дороги, это, по-моему, каждый водитель нормальный делает выводы из этого, и никому не нравится. На территории области 6 стационарных пунктов весового контроля. Они выявляют нарушителей в автоматическом режиме. Сейчас с этим очень осторожно, очень внимательно относятся. Организация работы с грузоотправителями. Грузоотправители многие стали приобретать свои весы. Увеличилось количество транспортных средств, имеющих в своем пакете товаросопроводительные документы с развесовкой по осям. Введение этих постов – вещь очень нужная и важная, потому что мы знаем состояние дорог, мы хотим, чтобы они были лучше. Одна из возможностей это достичь – это не нарушать параметры автомобилей, которые по дорогам ездят. С начала этого года вынесено почти 200 постановлений на сумму 45 миллионов рублей. У перевозчиков, конечно, возникают вопросы, касающиеся точности измерений. Инспекция организована по поручению главы области Глеба Никитина в целях демонстрации исправности комплексов. В ходе проверки система показывает положительный результат. Наш опыт признается передовым. Мы видим снижение количества нарушений. Мы видим, что перевозчики начинают понимать те требования, которые к ним предъявляются. Самая главная рекомендация всем перевозчикам все-таки не нарушать правила, которые установлены для перегруза. Нормативная документация четкая, она работает уже очень давно. Мы призываем всех перевозчиков все-таки исполнять эти требования. Олег Лавров и Александр Фомин. Объективно. ННТВ.